Ну, первоочередная задача найти игры была подойти ответственно к этим матчам. Потому что мы понимали, что соперник будет отдаваться полностью игре, что все кандидаты молодежной сборной. Поэтому перед чемпионатом все будут стараться. Поэтому было задание сыграть строго, ответственно. Ну, ребята выполнили задание, что на первую игру, что на вторую. Поэтому, ну, мастерства наших игроков достаточно, чтобы забросить шайбу. Я бы так сказал, это такие одни из двух игр, когда хочется, чтобы они быстрее закончились. Ну, слава богу, что они закончили. Поэтому особых я что-то говорить, ну, даже и не то, что желание, но счет на табло, в общем-то, что по вчерашней игре, что по сегодняшней. Поэтому какие-то комментарии давать, в общем-то, все, я еще раз говорю, все на табло. Может быть, где-то какие-то компоненты все-таки, за что-то, ребят, можно похвалить? Нет, понятно, что, ну, я не скажу, что уж там, как сказать, какая-то это трагедия в любом случае. Ну, то есть, ну, хотелось бы, чтобы ребята, как сказали, сказать, ну, делали выводы из каких-то ошибок, и их, в общем-то, не повторяли. Сегодня плохо, знаете, как, ну, мы выглядели как команда двоечников, которая дело, знаете, наступает одно и то же, это, на одни и те же грабли, и повторяет это, в общем-то, дело. И хотелось, чтобы они, ну, как сказать, исправляли это, потому что, ну, это ведет к отрицательному результату, и ведет к голам в собственные ворота. И пока они этого не поймут, наверное, тяжело будет, как сказать, ну, расти в плане, как хоккеистами, потому что, ну, за такие ошибки в команде, ну, например, во взрослых командах, люди не играют уже. Вот. Но у нас, ну, к счастью для них, они играют.